Я готовлю ужин для семейного праздника на открытой веранде. В помещении тепло, на улице уже становится прохладно. Надеюсь, гости не замерзнут, да и столько горячего. В этом году мы украсили веранду и сделали ее комфортным и приятным местом для отдыха. Однако холодный воздух победил, и наши затраты не окупились. Летняя веранда работала всего один месяц. Да, Кирилл? Я все понимаю, но если для вас так важно провести день рождения на террасе, я закажу зимние пледы. Что я могу еще предложить? Да, за окном сейчас не жарко, а к вечеру температура понизится до плюс 17. А на открытой веранде будет самый теплый и уютный праздник.